Короче, товарищи, теперь надо на задки. Так-то не смешно, конечно, ни разу. А, черт! Ладно, я понял. Смешно. Ну, я тут тем более как бы немного того. Здоровье под угрозой. Так, как нам просто вниз налево? Все, я понял. Ладно, все, я понял. Я все понял, это неправильный мед. Неправильные пчелы. Не вниз, короче. Не вниз, а налево. Нельзя вниз и налево. В смысле, нельзя налево и вниз. Можно только направо и вниз. Ладно, пошли направо и вниз. Блять. Я даже не уверен, можно ли направо и вниз. Ладно. Да я ж. А, я могу подходить. Ладно. Я, короче, потерялся я. Тут ничего не работает. Взрывающиеся вулканы. Так, вот теперь надо идти налево. Вниз и налево. Где-то сюда надо идти. Так, стоп. Я как будто от патрона оттолкнулся. Один билет вниз, пожалуйста. Не, сначала за... Да. Как будто... Это называется... Полчаса назад. Полчаса назад, реально. Я был тут. И такой весь покоцанный, короче, вернулся. Назад в прошлое. Здравствуй, заунывная музыка. Так. Ой, я блять. Короче, по-моему, надо направо. Блять. Так подохнуть можно.
Ну-ка, притормозите! Кондуктор, нажми на тормоза. Эти убитки. Ага! Когда я кручусь, мне ничего не становится. Что вас сопровождает? Так че? Так, ну-ка всем, блядь, заморозить. Я сейчас буду это читерить. О, господи, боже мой. Ой, блядь, это то ебаное место, где я чуть не подох. Нихера тут, блядь! Так. Это называется тактика медленно, но верно. Ничего не остается после них. Что за беспредел вообще? Сейчас херака тут тупикой. Ух ты, ё-моё. Стопудово секретики киньте. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давайте вниз. Давайте, как будто их много. Пустите меня, я... важное дело. О, телевизоры. Чувак, как насчет ракеты? О, вот нихер. Так, что за... О, он еще пинается. Ой, нет, я так, блядь, долго не проживу. А как я их убивать-то, ебано в рот должен? Всем спасибо, с вами был Лаки. Но похоже, меня сейчас укокошат. А, тихо, не, я придумал.
прощайте, друзья. Что-то я, может быть, пойду где-нибудь подзаряжусь, а то подыхать неохота. Ой, нет, я здесь нигде не подзаряжусь, меня тут точно поимеют. Где я, блядь, подзаряжусь? О, еще записался тут рядом. Блядь, делать нечего, придется их пиздить. Они сейчас как новые. Да я знаю, что... О, тихо, 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 я придумал. Ха-ха, я гений, я гений, я гений. Да, да, я вспомнил, что я могу сделать так. Ну все, пизда вам, ребята. Шара тупая. Блин, это было сделать проще, чем я думал. Фу, можно выдохнуть просто. Просто можно выдохнуть. Реально, я что-то поднапрягся тут. Жесть! Это просто жесть какая-то. Ой, черные дроны. Это тупой дрон. Че, я так понимаю, сейчас мы босса будем жарить. И ракеты совсем не помешают. Пока есть возможность. Тут полная жопа просто. Ад. Адовый ад. Поделать. Супер ракеты мне очень даже нужны. Все? Нет, еще не все. Сколько мне их? Я что, по одной штуке, что ли? Ладно, все, короче, я пошел. Так, погоди-ка, погоди-ка. Ну ладно, пойдем. Где там босс-то, а?